Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас исторический момент. Устанавливаем образцы новых теплиц, расширяем ассортимент. По ходу сборки будем выходить в эфир. Вот такие будут красивенькие новенькие капельки. Это 2 метра ширина. Вот такая будет домиком 4 метра ширина. Смотрите, что из этого получится. Идет вот эта уже капелька 2 метра. Приобретает вид теплицы, ее накрыли поликарбонатом, перекрутили на термошайбу и одевают сейчас на нижнюю часть, на предварительно наклеенную перфоленту, торцевой профиль. Также защита сот идет с помощью резинового профиля P-образного. Получается, бока и крыша будет защищена еще специально таким вот резиновым профилем P-образным. Процесс идет. Обшиваем поликарбонатом торец теплицы Легенда, теплица домиком с шириной 4 метра. Итак, можно сказать, первое водружение теплицы на основании. Вот такая вот вырисовываться начинает картина. Так, а тем временем у нас пошел снег, но теплицы растут. Уже почти собран каркас капли. И теплица Легенда. Тоже уже каркас собран. Начали обшивать поликарбонатом. И дальше вот здесь еще вот эта стенка и лицо будет из стекла. Не переключайтесь. И внимание, все элементы каркаса замотаны стрейч-пленкой, чтобы по максимуму сохранить покрытие полимерно-порошковой окраски. Продолжаем строить образцы теплицы. Стекло укладывается на крышу домиком теплицы Легенда 4 метра шириной. Процесс ювелирный. Никакой спешки. Безопасность превыше всего. Так, крыша у теплицы Легенда накрыта. С этой стороны у нас сотовый поликарбонат сделано. Треугольное окно для проветривания. С этой стороны у нас стекло. Тоже сделано треугольное окно для проветривания. Сейчас идет монтаж доборных элементов. И дальше будем показывать. Смотрите. Уже проверка на прочность каркаса. Выдерживает нагрузку 100 килограмм. Это точно во всей амуниции монтажник. Вот, а у нас идет процесс. Уже почти подходит к завершению монтаж капельки. Павильон еще в стадии подготовки. Ну и Легенда, это, конечно же, требует большего внимания, большая теплица. Продолжаем. Так, для того, чтобы положить стекло на форточку, надо предварительно наклеить на него уплотнитель. Вот такой вот. Скоро темнеет. Вот, процесс идет. Очень много мелочевки, элементы все нужно проклеить перфолентой поликарбонатной, наклеить торцевой профиль. В общем, у нас почти готова капля 2 метра. Павильон еще даже не установлен, но и Легенда уже в завершении тоже. Осталось установить двери и форточки на крышу. Вот. Будем снимать под светом фар. Продолжаем. Итак, под светом фар мы продолжаем сборку образцов нового ассортимента теплиц в компании «Удачная дача». Одна теплица уже полностью закончена. Заканчиваем самую жирную комплектацию, назовем ее так. Это теплица Легенда со стеклом комбинированной и поликарбонатом. Две боковые форточки с крыши.
Дверь уже алюминиевая, установленная замком. В общем, едем дальше. Ну что, два каркаса образцов у нас собраны. Остался центральный. Это павильон. Под свете фар вот сделали такую стерео подсветку с двух машин. Светло как днем. Дэн, ты что, где? Ну вот, при свете фар уже центральная теплица павильон обрела свой полноценный вид. Стоят оба торца, промежуточная дуга. Зашиты почти обе боковых стены. Осталось накинуть крышу и установить форточки. Продолжается монтаж теплицы павильон на образец. Вот таким образом обшиваются двери. Низ уже закрыт торцевым профилем и перфолентой. Сейчас в нужный размер отрежется верхняя часть. И также закроется торцевым профилем и перфолентой верхняя часть сотового поликарбоната. Все. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Заказывайте вот такие чудесные, мощные, надежные металлоконструкции. Всем пока. Дорогие друзья, хочу поделиться радостной новостью. Теперь в Челябинске можно посмотреть и заказать теплицы производства компании «Уральская усадьба», город Екатеринбург. А заказать вы их можете в нашей компании, компании «Удачная дача». Находимся мы по адресу: поселок Терема, улица Выборная, 1/13, площадка 4/6. Давайте кратенько пробежимся по всем этим образцам. Здесь образец двухметровой теплицы «Капля Нью» с цельной дверью, вот на такой вот ручке. Каркас цельносварной. Дальше идет каркас павильон, теплица павильон называется, с двумя распашными дверями уже она идет. Тоже как вариант можно применять. На образцах, повторюсь, использованы были все по максимуму комплектации, которые могут быть. И это все можно здесь пронаблюдать у нас. Ну и теплица легенда. Можно сделать со стеклом, можно под поликарбонат.